Дорогая авария произошла в Курчатовском районе. На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина столкнулись Lexus и Porsche. По словам очевидцев, одна из иномарок после столкновения отлетела в автобус, который стоял на остановке. Все подробности в сюжете. Перекресток улицы Чичерина и Комсомольского проспекта. Столкнулись две черные элитные иномарки. У обеих машин серьезные повреждения кузова. Очевидцы сразу стали снимать все на мобильники. На место прибыли три скорых и две пожарные машины. По данным ГИБДД, пострадавших нет. Кто прав, а кто виноват, выясняется. В Тракторозаводском районе грузовая «Газель» перевернулась прямо на проезжей части. Авария произошла на улице Героев Танкограда. Передних колес нет, лобовое разбито. А пострадавших неизвестно. Видимо, грузовик на скорости выехал с дороги и, наехав на бордюр, опрокинулся. В Калининском районе автоледи снесла забор, после чего машина оказалась на металлической конструкции. Эти кадры сделали очевидцы. Они же и предположили, что дама могла перепутать педали. Все произошло во дворе дома по адресу проспект Победы 293В. А это момент ДТП в районе теплотехнического института. Иномарка идет на поворот, а черный микроавтобус влетает в нее. Сообщается, в микроавтобусе находились пассажиры. По словам очевидцев, водитель маршрутки якобы пытался проскочить на красный свет. В результате аварии пострадали пассажиры. Город Магнитогорск. Велосипедист чуть не попал под колеса авто. Он вылетел на дорогу и врезался в кузов машины. Далее видео прерывается. Автомобиль делает остановку. Скорее всего, с лихачом на двухколесном была проведена воспитательная беседа. Жуткое ДТП. ДТП на 55-м километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск. В Пластовском районе столкнулись грузовик и «девятка». По предварительной информации, 43-летний водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. От удара легковушка превратилась в груду металла. Извини, что я матерюсь. Мамка, если я покажу это видео, не ругай меня. Сейчас будет жесть. «Девятка». Охренеть. Водитель «девятки» погиб на месте, а в грузовике травмы получил пассажир. Водитель грузовика не пострадал. В Златоусте дорогу не поделили Mitsubishi Lancer и ВАЗ 8 модели. По предварительной информации, 26-летний автомобилист за рулем иномарки выехал на встречку и совершил столкновение с «восьмеркой». В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован. В Магнитогорске автомобилист сбил собаку. Произошедшее сняла камера видеорегистратора. Все произошло на пешеходном переходе. Сначала дорогу перешли два парня, а потом на проезжей части появилась собака. После удара пес бежал, а водитель остался с разбитым бампером. Собака, как утверждает автор, жива. Она убежала почти сразу после происшествия.